ну. Вот так вот мы ходили. Ой. Вот оттуда. Смотри, какой ветерок, Даш, ты можешь лечь. Всем привет, мы сегодня едем на самый безбашенный и крутой во всех смыслах этого слова маршрут. Называется этот маршрут «Гора Масор», «Гора Пила». Находится он где-то очень глубоко в Негеве. Вот Waze показывает порядка 190 километров до съезда на грунтовую дорогу, оттуда еще километров 15. Масор. Да, «Гора Масор». Примерно 140 километров от того места до Эйлата, на самом деле. То есть настолько далеко это все находится от дома. Но оно того стоит, и вот почему. Мы сегодня приехали в Бар-Масор. Гора Пила. Хорошо. Что? Три года? Лучшие горы могут быть только горы, на которых еще не бывал. На которых еще не бывал. Как красиво. И наверх. Я еще никогда не записывал стендапов лежа на скале. Если это лежа на скале, то это уже не стендап. Это уже... Как это будет называться? Я не знаю, как это будет называться. Тем не менее, вот он я. Вот она скала. Вот она гора Масор. Гора Пила. И мы здесь делаем привал. Виды здесь обалденные. И вообще жизнь удалась. Вообще-то я не люблю походы, но этот поход мне нравится. Почему? Тебе он нравится, потому что здесь красиво? Нет, потому, что, потому что не понравилось лезть на эту голову. Жинка, иди сюда. Молодец, ставай ручку. Яха, дари аккуратно. Молодец, еще молодец. Иди сюда. Собака. Залезли и в воду окунулись, усталые, но довольные. Хороший маршрут.